прежде всего, конечно, хочется сказать, что наши военнослужащие – это наши Алёши Поповичи или муромцы. И мы гордимся нашими ребятами. И в преддверии Дня защитника Отечества хочется пожелать им здоровья, крепкости духа. И пусть ребята верят в свои силы, как верим мы в них. И тогда мы точно знаем, что мы победим. Россия всегда побеждала и сейчас победит. Уважаемые мужчины, поздравляю вас с праздником, с Днем защитника Отечества. Желаю оставаться такими же мужественными, смелыми, защищать нас, слабый пол, женщин. Чтобы они были достаточно ответственны за свои решения, за свои поступки. Чтобы любили своих женщин, девушек, детей, бабушек, матерей. Чтобы у них всегда все было прекрасно. Всегда помнить о том, что вы мужчины, вы наши защитники, вы наша опора. Только рядом с вами мы становимся настоящими женщинами. Поэтому, пожалуйста, берегите себя и радуйте нас. Мы за вами, как за каменными стенами. Искренне желаю всем мира, мудрости, любящих и заботливых жен, послушных детей, процветания, исполнения всех ваших желаний. Чтобы семьи всегда были вместе. Особенно тех, которые воюют. Вот этих ребят я особенно поздравляю с этим праздником. Я желаю, чтобы они остались живы. Это самое главное. И чтобы те, кто будет праздновать это событие далеко, снова вернулись домой. Защитников Отечества, всех мужчин и не только, парней, молодых, немолодых, от 18 до 50, поздравляю защитников Отечества, желаю всех благ, оставаться мужественными, такими же крепкими и здоровыми. С праздником! Ура! Ура!